Белый тигр и черный ягуар, зеленые мартышки и черные волки, хищный орлан и дружелюбный пони, невозмутимая пума и гордые львы. С этими и другими животными могут познакомиться жители нашего города. На территории стадиона «Спартак» расположился передвижной московский зоопарк. Посетителей зоопарка «Ноев ковчег» ждут гималайские медведи, чернобурые лисы, леопард, лама, верблюд и другие животные. Жемчужины зоопарка – бенгальский тигр и черный ягуар. Животные с такой окраской редко встречаются в природе. Белый тигр даже занесен в Красную книгу. Поэтому увидеть их в зоопарке – большая удача. И у рассказовцев появилась такая возможность. Животные Ноева ковчега избалованы не только вниманием посетителей, но и заботой работников зоопарка. У каждого животного индивидуальный подход нужен-то. И вот у нас здесь также за каждым животным практически закреплено человек, который не то что одним днем, а долгое время, который человек полностью от и до знает этого животного. Московский зоопарк совсем недавно открыл свои двери для рассказовцев, но уже привлекает посетителей. Нам редко сюда приезжает именно вот с животными. Ребенок попросил посмотреть, мы пришли. И он очень доволен, ему понравилось. Дети смогут не только познакомиться с животными, но и покататься на каруселях, побывать в комнате смеха и полакомиться сладкой ватой. В рассказыванной территории стадиона «Спартак» зоопарк пробудет до 22 сентября. А пока его двери открыты для всех желающих с 10 до 20 часов. Ирина Птуха, Дарья Белозерова, Максим Соколинский. Новости ТВ «Рассказово».